Привет всем, ребята! Что, еле-еле суп погрелся, что ли? Решила я еще немного поесть, почмокать, почавкать. Потом пойду дремокать. Подремокаю до утречка. Надеюсь, утром я не встану ни разу. Не добегу до горшка. А, вкуснятина! Дай бог мне здоровья. Ох, хорошо. Супик дохлебаю. Ах, вкусно. Такой не горячий и не холодный. Нормальный. Можно не вспотею, не переживать. Эй, что у меня тут такое? Надо все проверять. Не дай бог. Там. Два дня я смотрю это кино продаж. 41-й, 42-й, 43-й. Старше говорю, я продажу смотрю кино. Она, ага. Увидела сегодня только отрывок, который я смотрю. Ни хера себе, такое кино классное. Ты что мне, говорит, не сказала? Я говорю, я его два дня уже смотрю. И что? Правда. Кино хорошее. Нормально. С хреновиной. Столько, говорит, помидор покраснел у бабушки. А пришла, говорит, иди, говорит, забирайте помидор-то. Я говорю, ну на еду чуть-чуть возьмем. Свежих дети поедят. Свои. Просто, говорю, хреновину себе. Из них не покупай. Со свойских. Я-то покупные покупала. Что жалеть-то? Вот, говорит, и свойскую купить хреновину. Я говорю, так это же еда. Делай для себя любимой. Я и такой-то дала поесть сейчас. Зимой, говорю, нас угостишь. Сегодня пришла ненадолго. Что, говорит, там есть? Открывает холодильник. Это есть, то есть. И смеемся обе. Хохочем. Раньше, говорю, я к тебе приходила, вот так холодильник открывала и спрашивала, мам, что есть? Чтобы домой унести, чтобы что-то сварить. Детей чем-то накормить. Я сейчас говорю, ты ко мне. Ну, я покупаю обычно. Есть сколько-то, сколько-то себе. Колбасы сегодня я наложила. Что-то еще дала. На, меду. Баночку дала. Колбасы. Рагу, по-моему. Да, рагу. Она рагу любит поковыряться в косточках. А рагу хорошая, которую я кушала, варила. Косточки хорошие, прям такие мясные. Как бы сваришь. Чупик. Сегодня мне что-то папа приснился. Папа приснился. Не знаю почему.
Вроде не думала ничего. Я вот знаю, что нельзя спокойными куда-то ходить, уходить во сне. Если они зовут, или руку тебе подают. Нельзя, говорят, примет такая. А потом говорят, если покойник приснился, значит это в погоде, перемена погоды. Вот. Ну, кто как говорит, короче. Ну, я лучше слушаю, когда бабушки какие-то старые что-то говорят. Я их больше слушаю. Больше им верю, старым бабушкам. Они больше знают. Вот. Как у вас дела? Не, нормально все. Грибы отварила, шампиньоны, курицу готовая. Буду херачить салат. Сделаю салат. Не было, яиц нету. Зараза. Или у нас есть яйца, Сабри, не помнишь, в холодильнике? Сабри! Не слышим. Яйца же надо. Я же варила позавчера. Неужели я все сварила? Ну ладно, разберемся. Не проблема это. Не суть. Салат все равно будет сделан. Во. Я наелась. Тут еще есть чуть-чуть. Полповарежечки. Холодненький, правда. Упала, зараза. Полповарежки. Ну ничего. Надо едать. Не оставлять. Сейчас мы его гренем немножко. Вот так вот. Оп. Оп, чуть-чуть. Доесть надо. Чтоб глаза не мозолила, зараза. Доел и все. И тут сыто, и там пусто. Хорошо же? Хорошо живем? Опять проблема, что-то надо варить. Ни хрена я не надумала. Конюшню я не сходила, не почистила. Ну, там не сильно засрано. Потому что он, да, уже до темноты тут ковырялся. А потом как мне выйти-то? Мелкая-то у меня, Сабринка-то гуляла. Я ж мелкого-то своего не оставлю. Одного не пойду конюшню чистить. Вот. А сейчас уже Сабрина пришла, когда? Чего, заинька ты мой? Кто? Чего? Я смотрел мультики, я устал. Ты смотрел мультики и ты устал? Да, у меня нога заболела. Нога заболела? Да. Ну, у нас всегда что-нибудь, когда мама общается. Как он любит камеру. О, зараза. Он прям в камеру лезет сюда. Хочешь похлебать? Нет. Почему? Это майонез. Да, нет. Это майонез. Пойдем похлебаешь. Вот это. А это паштет. Мне что-то он не очень нравится. Паштет? Да. Это паштет. Печеночный. Не он, с гуся, вот с птицы вкусный. А этот печеночный это? Какой-то. Мазинка. Вообще не нравится. Не надо мне его. Через силу он кусочек мазала, больше не хочу. Это? Пироги старые уже. Надо тоже мясо доесть. Это потом не надо. Ну что ты балуешься, зая? На, будешь хреновина? Не надо выдохнуть, да, я выдохнула. А так ничего, все нормально. Мам, я хочу выдохнуть. Сегодня залезла, перебирала там шкаф. Я хочу выдохнуть.
О, ударился? Нет. Нашла игрушки новогодние, нет. Зараза я. Посмотрела, что хватает, что не хватает, что докупить потом. Фонариков надо. Фонариков красивых надо будет докупить. Это что, фонарик? Нет, это похлебка с бульончиком. Жиденький. Ну давай только нормально, раз уж пришел. Так. На свою хреновину. Будешь? Давай, лишь бы повыпендриваться. Ты думаешь, это красиво? Варежка закрывается. Шлепай. Ну, надо было просто показаться. Ласки поставить. Ну ладно. Просто я забыла, о чем я хотела поговорить. Эти ко мне не приехали. Хрень-то эту сантехнику-то долбану закапывать. Брат у меня уехал. Надо же посмотреть, он мне номер оставил. Этого-то, чувака-то, которому надо звонить-то. Спроси, что они не приехали-то. Я же жду. Жду, дождаться не могу. Вот сейчас народ скажет, что точно чирикнется. Ведьма, я маленькая мультик. Зараза, вообще, блин. Как? Позвони, сказать, что это я. По поводу галинизации. Я же жду. Мама, это что? Ай, господи, нет, это как? Ну так и позвоню завтра. Они же раз мне сказали на следующей неделе, я же побежала покупать. Думаю, пока доставят, пока то все. Блин, все такие люди некомпетентные. Непунктуальные. Прям не могу, не люблю так. Ты сказал, ты значит, позвони, сделай как-то. Людей не тревожь. Чтоб люди не переживали. Зачем это надо? Опять полез. Если ты сейчас оттуда брякнешься, я тебе брякну еще раз. Хорошо? Ставит подушку от той дивана. Залазит вот так вот, висит на полках. А если эта полка отвалится нафиг? И все? Всем удачи, всем добра. Хера мне еще говорит, зараза. Она очень крепкая. Она не очень крепкая. Вдруг она отвалится? Она очень сильно закрепкая. Она очень сильно, но вдруг ты большой толстый мальчик, и она отвалится. И удержит тебя. Да. Ой, блин, чудик. Это бесполезно, это надо просто подходить уже. Добрые, это, не добрые. Добрее будьте.